Юбилей отметили с размахом. Акнада празднует свое 60-летие. В селе Кизельюртовского района с населением около 4000 человек прошла большая праздничная программа. Для жителей и гостей села провели спортивные состязания, такие как метание камня и подъем гири. Также состоялось открытие обновленного здания администрации новой спортивной площадки. Присутствовал на юбилее села и полномочный представитель Дагестана в Центральном территориальном округе Шамиль Зайналов.